Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, на связи как всегда Старый, и сегодня я хочу вам показать, как построить хай-тек дом в Майнкрафт. Обязательно досмотрите это видео до конца, а если вам понравится, то поставьте ему лайк. Итак, давайте начинать. Вот такое вот количество ресурсов нам необходимо, в принципе, для хай-тек дома ресурсы довольно-таки простые и легкие. Итак, ребята, давайте же начинать. Для начала нам нужно выкопать 12 на 11 блоков, в передней части 12, 3 мы уже выкопали, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и в бок получается по бокам 11 вместе с этим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отлично, этот квадрат, точнее прямоугольник мы соединяем. То есть с этой стороны. Ну, получается, в передней и задней части 12 блоков, по бокам у нас 11 блоков. Вот таким вот образом. Здесь, ребята, закладываем все плиткой из гладкого камня. Вот таким вот образом прокладываем. С одной стороны. С другой, соответственно, также можете ставить полноценный блок, можете экономить ресурсы, ставить полблока, как ставлю я, это уже на ваш вкус и цвет, как вам больше нравится, в зависимости от ресурсов. Отлично, прямоугольник у нас получился, опять же, напомню, что 12 на 11 блоков. Теперь, ребят, что нам нужно сделать? Нам нужно здесь отступить, получается, здесь вот отступить один блок, ставим сюда блок, и от него ставим 3 блока влево, 3 блока вправо, 1, 2, 3. Но здесь получается везде по бокам по одному блоку, то есть сама еловая доска имеет 7 блоков в длину, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично, ребят, теперь здесь поднимаем еще на 3 блока по бокам. Соединяем все это дело. Отступая один блок с каждой стороны, ставим по одному еще столбу. Вот таким вот образом у нас образуются такие вот 3 окошка. Еще, ребята, ко всей этой конструкции добавляем сверху еще один блок. И не забываем сразу ставить сюда черные стеклянные панели, либо любые другие на ваш вкус. Отлично, теперь, ребята, что нам нужно сделать? Нам нужно здесь расположить белый бетон таким образом, чтобы у нас здесь образовалось окошко в 2 блока. То есть вам нужно поставить здесь 4 блока, здесь 3 и здесь, соответственно, то же самое. Образуется окошко в 2 блока. Оставим, ребята, мы все это наискосок. То есть вот от этих блоков ставим наискосок. Так, здесь поднимаем, опять же образуем окошко в 2 блока. И сразу же, ребята, не забываем их застеклять черной стеклянной панелью. Отлично. Теперь, ребят, берем в руки серый бетон и ставим его здесь следующим образом. Здесь ставим блок, здесь опять по бокам ставим блоки, то есть у нас здесь получается 3 блока. Поднимаем все это на общую высоту, на один блок выше, чем наш белый бетон. Здесь поднимаем, то есть у нас получается общая высота 1, 2, 3, 4, 5 блоков. С другой стороны повторяем все то же самое, дом симметричный. Здесь ставим, соответственно, в 3 блока в ширину и 5 блоков в высоту. Вот таким вот образом серый бетон у нас здесь располагается. Теперь, ребята, его удлиняем на 4 блока, то есть получается в правую сторону, 1, 2, 3, 4, здесь, соответственно, тоже везде по 4 блока, и с этой колонны тоже все выдвигаем на 4 блока, 3, 4, отлично. Теперь, ребята, здесь нам надо их соединить, эти обе колонны, и с этой стороны то же самое, ребята, их соединяем, вот таким вот образом. Ребят, здесь у нас такая вот образуется дыра, мы ее не закрываем, отступаем сначала здесь один блок, здесь ставим полоску, отступаем еще один блок и здесь тоже располагаем полосочку. В них, вот в эти полоски мы располагаем по 3 белых стекла. И также, ребята, здесь напротив одного из стекол крайнего, здесь ставим вот таким вот образом 5 стекол еще дополнительно. Отлично. Теперь, ребят, что нам нужно сделать? Нам нужно поставить здесь, соответственно, тоже крышу. Мы сделаем это все из плиты, из гладкого кварца. Располагаем их следующим образом. Здесь ставим плиту. Отлично, это все продвигаем до конца, то есть, чтобы это все заходило за еловые доски. И опять же, отсюда здесь все соединяем. Сверху, ребят, это все дело выглядит вот таким вот образом. Здесь мы также, ребята, накидываем везде по всей ширине уже плиты. То есть стекла мы уже поставили, поэтому просто, ребята, закидываем все остальное пространство плитами. Здесь, соответственно, все соединяем до самого конца. Отлично. В принципе, крыша у нас уже готова. Осталось заняться лишь правой частью нашего дома. Здесь, ребята, нам нужно сделать, опять же, поставить 2 блока, точнее даже 4 блока. На третьем блоке сделать перекрытие. То есть здесь мы должны сделать рамку под дверь. То есть так-то она у нас выглядит с одной стороны. Теперь, ребята, нам нужно сделать то же самое, только с другой стороны. Здесь ставим 4 блока вверх. Соединяем все это дело и здесь посередине ставим 2 блока, то есть чтобы оставалось у нас здесь 2 блока. Отлично, ребят, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно здесь поставить опять же наш белый бетон, снизу соединяем эти две колонны и также, ребят, соединяем это все сверху. Здесь у нас образуется 2 блока в высоту, сюда, ребята, мы располагаем черную стеклянную панель, то есть у нас здесь еще будет одно дополнительное окошко. Отлично, теперь, ребят, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в дом, сломать вот эти вот блоки. Опять же, не забывайте между кварцем, между, точнее, бетоном белым сломать.
А, потому что даже там у нас будет располагаться дверь, чтобы это все смотрелось более красиво, поэтому советую там тоже сломать. И пол закидываем, ребята, из любых досок. Я выбрал те же самые еловые, чтобы сильно не разоряться на ресурс. То есть одним и тем же блоком, в принципе, выглядит очень даже неплохо. Затем, ребят, берем в руки дверь и ставим ее с одной стороны. Давайте как-то ее вот так, наверное, поставим. И также с другой стороны поставим. Отлично, вот так выглядит очень даже неплохо. Теперь берем плиту из гладкого камня. И здесь, ребят, располагаем, так ломаем блоки. Так, здесь, получается, этот блок ломать не нужно было. Давайте для удобства сначала сделаем, тогда поставим кусты из дубовых листьев. А здесь, как видите, у нас расположилась такая вот скобочка. Ее полностью, ребята, заполняем дубовыми листьями, либо любыми другими листьями. Это такие будут у нас кустики с одной стороны. И с другой стороны, ребята, делаем все следующим образом. Тоже такая вот у нас скобочка получается. То есть на уровне стекла. Все остальное, ребята, мы убираем. И сюда, опять же, закладываем плитой из гладкого камня. С одной стороны делаем площадку. И также с другой все это дело убираем. И также, ребята, все это здесь закладываем. Отлично. В принципе, уже очень даже неплохо выглядит. Теперь, ребята, осталось сделать лишь небольшие штрихи, чтобы все это дело закончить. Давайте возьмем как раз эти материалы, которые нам еще необходимы. Для того, чтобы все это дело закончить. Расставим здесь вот на углах каменные кнопки с одной стороны и с другой. Это чисто делается, ребята, для красоты. Сверху добавим на эти стекла по железному люку. То есть всего 9 железных люков нам понадобится. На это стекло мы уже ничего не ставим. Здесь давайте добавим пару горшочков. Посадим сюда лук-батун, ландыш, к примеру, либо любые цветы на ваш вкус. Синюю орхидею можете здесь добавить. Также, опять же, около входа сажаем здесь с другой стороны. То есть у нас получается в доме два входа. В принципе, это все. Домик у нас готов. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что же у нас получилось внутри. Внутри у нас, ребята, вот так все выглядит. То есть окна повсюду. То есть везде все проглядывается со всех сторон. Также даже падает свет сверху. Это очень даже неплохо для освещения. Это очень классно. Ну и со стороны, ребята, выглядит дом просто супер. Хай-тек дом. Стиль выдержанный, довольно-таки красивый, стильный. Очень-очень даже неплохой дом. Вот такой вот, ребята, домик у нас получился. Кому, ребята, я помог и кому и дом понравился, то, ребята, обязательно поставьте ему лайк. Также, ребята, не забудьте подписаться на мой канал, тем более, что на моем канале видео выходит абсолютно каждый день. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.